со всем ремонтом, я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и выси гор. Я в этот мир пришел, чтобы видеть море и пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре. Я властелин, я победил холодное забвенье, создав мечту мою. Я каждый миг исполнил откровенье. Всегда пою мою мечту, страдания пробудили, но я любим за то, кто равен мне в моей певучей силе. Никто, никто, я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце, а если день погас, я буду петь, я буду петь о солнце в предсмертный час. Большой зал, санаторий, суда,
прекрасно была конференция греческая. И вот там как раз по моей просьбе прозвучала песня «Безглагольность» после этого. И вот как-то вот по просьбе моей, по просьбе потом Татьяны Владимировны, видите, что получилось из того, что мы просили сделать попали. По-моему, Лариса прекрасно прониклась по поэзии Павлова, этой волшебной поэзии. По-моему, она ее хорошо, очень глубоко поняла, и, по-моему, мы все с вами сегодня получили наслаждение от того, как она исполняла Вальма, других поэтов Серебряного века. Мне кажется, Серебряный век, ее исполнение – это нечто. И мне хочется сегодня поблагодарить ее за доставленное нам всем удовольствие. Мне хочется поблагодарить ее от всех шуйских бальмов, поблагодарить вот этот солнечный букет.